Расторгуевской библиотеке собирают банки из-под консервов. Необычная акция стартовала с начала января. Далее из этих жестяных емкостей будут изготавливать свечи, которые позволят солдатам согреть руки, вскипятить кружку воды или разогреть еду. За вчерашний день я считаю, что неплохо мы набрали. Вот. Дай бог, чтобы побольше приносили, чтобы свечи мы сделали и было все хорошо. Наша вот читательница Зиберева Анна Сергеевна, она у нас это все и вещи, и баночки забирает и уже отвозит по назначению. Местные жители Сергей и Ирина Самойловы с удовольствием присоединились к акции, тем более, что после новогодних застолий осталось много пустых банок. Супруги считают, зимой такая помощь становится очень существенной для наших бойцов. Узнали мы об этой акции из чата местного, да, у нас есть активистка, которая ведет активную жизнь в Расторгуево. Вот, ну, собственно говоря, откликнулись. Не жалко же, на благое дело идет. В эту субботу пройдет мастер-класс по изготовлению блиндажных свечей. Стоит отметить, сотрудники библиотеки активно принимают участие в различных благотворительных проектах. На протяжении 2 лет здесь собирают пластиковые крышечки. Ответственный за сбор – робот Валя, который особо привлекает юных читателей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.